У нас тиски есть от 60 до 200 мм, станочные, обычные, то есть чугунные. Компания «Электромотор». О них говорить что-либо. Я знаю, что до этого, ну, где-то прошлой партии, были не очень качества. Корявенькие, там 150-е такие, и сотые, да. Вот. Эти уже, ну, можете вот посмотреть, это вот из последней партии, в принципе, ну, довольно-таки, ну, прилично сделаны. Плюс мы привезли новые УМВ. 75-е и сотые. Часто за ними охотились, да, то есть цена у нас была хорошая, но те тиски, которые были, они с кривыми губами были, на них не видно было градуировка. Сейчас вроде бы исправили, но сказать, что прямо идеал, нет. Вот посмотрите на них воочию, чтобы вы знали, ну, что у вас спрашивают, и да, и, ну, предлагать, не предлагать. Мы сегодня были на тренинге DB-машины. Роман, спасибо большое за всю информацию, которая представлена, смотрите в наших видео. Далее, если у вас остались какие-то вопросы, еще обращайтесь к нам, мы постараемся ответить на все вопросы. А по вопросам покупки звоните 5-3-8, компания «Электромотор». По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».